тесном кругу за чашкой чая встретились жители поселка Лунева и глава местного территориального управления. Вся делегация помещается за один стол, и хотя вопросов немного, все они важны. Вывоз мусора и ремонт домовых входных групп. Чай на столе не успел остыть, а у жителей уже были ответы на интересующие их вопросы. В будущем году будет проводиться ремонт входных групп. Также мы обсудили по поводу взаимосвязи с рекоператором по вывозу мусора. И также будут на будущий год рассмотрены новые контейнерные площадки для установки. Благодаря таким выездным администрациям удается решить большое количество вопросов. Встречи проходят в удобное для жителей время, а места выбирают на самых проходимых маршрутах, чтобы как можно большему числу жителей было удобно добираться до места встречи. Многие химчане уже оценили формат выездных администраций. Да, была на выездной администрации, которая проходила в прошлом году, принимала участие. Там нас больше интересовала проблемы школы. Сейчас жители поселка столкнулись с проблемой переполненности точек сбора мусора. Участники встречи предложили установить дополнительные контейнеры. Место под них химчане выбирали сами. Баки обещали установить после проведения необходимых кадастровых проверок. Владислав Грачев, Сервер Бекмамбетов, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.